по отдыху и выздоровлению. Мы первая в России пилотная площадка в рамках казначейства, социального казначейства, кто включил данную систему и будем ее развивать. В дальнейшем мы планируем перевести санаторно-курортное лечение, ну, большую часть трудную жизненную ситуацию, конечно, мы ее оставим, и она останется как гарантией на сегодняшний день для семей. Но любая семья на госуслугах может на сегодняшний день воспользоваться сертификатом на своего ребенка на отдых и оздоровление. Подключены пока у нас только два учреждения, это смена наша и наш ПРУДОК. Вот. Но мы и дальше совершенствуем эту работу. В этом году у нас должны подключиться еще 4 организации. Там очень сложный процесс. Пока мы ввели, сразу говорю, это в регионе. Ну, прежде всего, это поддержка наших лагерей и организации отдыха и оздоровления в рамках отдыха и оздоровления. Но в дальнейшем, я думаю, что мы можем расширить это и на дальнейшем, ну, на территорию Российской Федерации. Система такая, что вы отправляете своего ребенка от 7 до 17 лет, на госуслугах вы себе бронируете сертификат. Сертификат это 1000 рублей. Это вы покупаете некоммерческую путевку. То есть некоммерческая путевка, ну эти на примере, да, 14 дней, стоит 2500, например, в смену. То есть я за 14 дней на карту МИР вам направляю 7000, ну половину, 50%. 50% оплачиваем мы сертификатом, и 50% оплачивает сам родитель. Это очень удобно, во-первых, выбрать себе период отдыха. Это есть гарантия, то, что вы туда попадете. Вот, и гарантия выбора возможности того лагеря, которого вы хотите. Конечно, ну, в тех условиях, которых, ну, желает и по времени, и по периодичности. Мы с этим работаем, мы это расширяем. Вот у нас на сегодняшний день будет практически 15 миллионов, мы тоже направляем на сертификаты в этом году. Мы уже запустили весну, вы можете увидеть это в электронном виде на своих портале государственных услуг. И не самое главное, что здесь не зависит от любой ситуации семьи. Трудная жизненная, санкур или еще. Здесь не привязан сертификат никакой ситуации. Любая семья может воспользоваться данным сертификатом. Ну, кратко, наверное.